Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска, двигатель 1.4, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Заменю на нем тормозную жидкость. Откачаю из бачка, залью свежую и прокачаю все колеса. Открываю капот. Добавлю света. Хорошо видно, какого цвета тормозная жидкость в бачке. Просто чернющая. Беру вакууматор. Экспресс замены масла. Вот такая вот штука. И сейчас откачиваю масло, вернее тормозную жидкость из бачка. Вот теперь вот так вот выглядит бачок внутри. И что хорошо, этим тонким шлангом можно собрать грязь, которая осела на стенках с этой стороны. Сейчас я вот вытащу. Вот так он внутри стал чистым. Беру новую тормозную жидкость. Тормозную жидкость беру DOT 4 от Castrol. Номер для заказа 157F8B. И заливаю полный бачок. Все, жидкость залил полный бачок. А теперь начинаю с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое, по очереди выкачивать тормозную жидкость. При этом доливаю новую жидкость. Вот здесь сзади штуцер прокачки. Снимаю колпачок. Одеваю накидной ключ. Здесь, на удивление, ключ не на 8, не на 10. Он на 9. Одеваю шланг с вакуумника и открываю штуцер, включаю. Жидкость пошла. С этого колеса жидкость светлая идет, закрываю. Снимаю прокачку. Вакуум создан. Снимаю ключ.
и закрываю штуцер. Теперь точно так же делаю заднее левое колесо. Его уже показывать не буду, а переднее потом покажу. Вторую сторону левую не хотел показывать сзади, а откручиваю. Штуцер открутить открутил, а жидкость не идет. Во, жидкость пошла. Здорово. А то уже думал, сейчас буду откручивать сам штуцер и... прочищать его, он, видать, подзабился грязью. Ну, раз пошел, уже все хорошо. Уже сейчас жидкость его расквасит грязь и вытянет. Ладно, продолжаю. Все, задняя левая нормально прокачалась. Передняя правая теперь. Здесь уже штуцер не на 9, здесь на 10. Жидкость пошла. Этого достаточно. Закрываю. Сразу пошел, долил маленько жидкости. Закрываю. И также меняю со второй стороны. Переднее левое колесо я тоже прокачал, жидкости добавил. Сейчас долил жидкости, но не по максимуму. Максимум у меня здесь, я где-то миллиметра на 4 сделал ниже. Почему? Потому что износ колодок передних уже был. И чтобы потом жидкость не откачивать, сделал так. Состояние жидкости в бачке вот такое. Закрываю. Ставлю на место колеса, прикручиваю их и проверяю тормоза. Тормоза проверить обязательно, завести, прокатиться, посмотреть, чтобы педаль не проваливалась. Бывает такое, что при замене жидкости где-то все-таки подхватывает воздух и педаль начинает проваливаться. Тогда лучше прокачивать с помощником уже. При прокачке я также педаль тормоза нажимал 3-4 раза для того, чтобы из главного тормозного цилиндра выгнать тоже жидкость. На этом все. Замену тормозной жидкости я закончил. Всего вам доброго. А, и еще по скрипту хотел показать, что тормозной жидкости, вот он, уходит литр. Поэтому заказывать надо литр. При нормальном раскладе именно он уйдет, а то и больше. А вот теперь все.